Одна часть у человека внутри говорит, что виновата она, а другая часть говорит, виноват ты сам. Ну, то есть он начинает со своей совестью спорить его на пятой стадии. Он с ней сражается. И постоянно идет беседа внутри такого человека. Он сам себе доказывает и опровергает все. Эта стадия уже длится побольше, чем все остальное. Гнев может длиться месяц, отрицание может длиться 2 недели, шок 2 недели, кризис может длиться 2 недели. А вот спор может длиться несколько месяцев уже. Здесь уже человек основательно укореняется и ходит постоянно. И вот в стрессе, чем человек отличается в стрессе? Он не может, он живет, работает, все делает как надо, но ни о чем другом думать больше не может. У него есть только одна тема. И когда он находится в споре, он целыми днями, когда у него есть свободное время, садится и спорит сам с собой. Это его занятие главное. С одной стороны, он осуждает, обвинительный приговор выносит, а потом оправдывает человека, который как бы виноват.